Ну что? Папа нас тащит чемоданы. Вот это папин чемодан маленький, а вон тут вот наш. Вот этот вот, вот это вот наш огромный. Как туда все поместилось? Все поместилось. Одному папе известно, это он запихивал все наше барахлишко. Что у меня есть? Что там у тебя есть? Света, давай мы сейчас будем проходить. Закройте глаза. Закройте глаза. И кто там? Валерчик! Валерчик, все, Диме пришел. Диме вчера пришел Валера. Да. Дим, закрой, пожалуйста, а то все. Давай, выпадет. А то убежит Валера, как побежит, сейчас как побежит. Ну, папа, папа-то ушел. Все, Дима, останемся сейчас. Нет, здесь. Стоп, не беги, 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 не беги. Ну, Диана, Валеру спасай. Спасай Валерку. Так ничего не выпало, на. А все, папа там. Пойдемте побежим, посмотрим, где там у нас регистрация. Регистрейшн. Дима, давай пойдем, это идем. Ну что, следующий этап, мы едем на досмотр, просмотр, да, сейчас и прочие неприятности. Дима, на каком самолете полетим? На красном или на синем? На синем. А на тут большом. Еще не видно самолетика? На нет? На большом, на синем. О, пицца стоишь. Послушай. Какой? Вот это. Это что такое? Ну-ка, брызги-ка мне. Он сильно едкий, нет? Нет. Да, прикольненько. Опа. Вот мы перекусы, вот взяли, вот это есть. Что выбрала Диана у нас? Ролл Цезарь. Цезарь ролл. Нам надо быстро и качественно покушать. Курочка вкусная, нет? Да, посадка через 15 минут. А у Димы сок яблочный. Да, ну я весь выпил. Ну, понятное дело, ты сразу его весь пьешь. Сидим, ждем. Шоколадница. Нам оставили меню в надежде, что мы закажем что-нибудь еще, а мы ничего не будем заказывать, да? Потому что мы не успеем. А вот смотри, Диан, тут были смузи-боллы. Я знаю. А что ты его не заказала? Потому что я бы его долго ела. Долго бы ела его? Зато полезненько. Вы решили, что нужно взять ролл? Мы решили. Вот так, ребята, скрывается вся правда. Это мы решаем, что Диана будет есть. Она не имеет здесь голоса, права. Смотри, какой был. На манговой основе Диана была. Валера-то как радуется. Боже мой, что летит на самолете. Так скачет. Еще мы нашли рюкзачки и мотаю нервы. Сколько вам клубочков? Это прям классно. И вот этот милый. Этот милый, да. А мне вот тот самолетиком нравится. Смотри, как классно. Да. А сколько стоимость рюкзачка? Любого, да? Ой. А у них у всех одинаковый размер? Вот эти, которые сверху, они поменьше. А вот эти тоже 4500? Да, они все вот. Смотри, какой клевый. Смотрите еще, что мы нашли, каких-то, как Диана говорит. Шмурмельки. Ароматные, плюшевые десерты. Mm-hmm. Пахнет? Mm-hmm. Уже не чувствую. Что-то какие-то они не ароматные. А вот какие-то шмурмельки, Диана. А такие у меня когда-то были. Да? Просто другой коллекции. А, муши, точно. Вот еще какие-то шмурмельки. Мама, смотри, что я нашла. Это лол, вот такая будет там внутри лол, и к ней вот весь вот этот набор, типа ее комната. У меня было парочку таких. Это вообще, вот я нашла. Да, что-то как-то у нас это такая. Самая первая лол, одна из самых первых лолов, которые есть в коллекции. Класс. Вот это вот я давно, кстати, себе хотела. Да ладно, серьезно? Да. Все еще хочешь? Да. Как смотрю на нее. Ой, ремикс лол. Сколько они тут стоят? Да у нас это все есть. Лол бойс. Пошли, лол. О, я помню вот эти капсулы. По-моему, я их когда-то собирала. У нас были такие капсулы. Были, да? И вот такие снежные, помнишь? Да. Такая прикольная. Или я ее хотела и не купила. Я тебя умоляю. Какая она милая. Ну, давай купим 6000. Пошли отсюда.
Зайка. Плюшевые зайки, но у нас этого добра хватает. Куклёшки. Ну, что-то такие себе. Для малышей. Катюнечка в клеточке. Ну, нет. Очередного питомца нам не нужно. Вот Диме карандаши. Вот такие ему надо. Он любит же рисовать. Все изрисовал. Ему маркеры нравятся. Но здесь мы не будем покупать, да. Маркеры. Маркеры мы взяли с собой. Маркеры. Да. А что ты хотела? Кроссовки? Кроссовки тут есть, да? Зачем тебе? Тебе посмотреть хотела. Mm-hmm. У меня же мало. Такую Дима собрал на той неделе. Кстати, да. Он любит собирать лего. У нас фанат. Фанат, фанат. Что тут сделаешь, ничего не сделаешь. Ой, смотри, какой фламинго. А, давайте купим такого. Хороший, будет, да? Будет у нас дома стоять. Диана и фламинго. Розовый фламинго. Дитя заката. Пошли дальше, дитя заката. Дитя заката. Дим. Сейчас мы полетим. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну что, Дима, на посадку? Да. У нас добролет. Где он, наш добролет? Вот стоит. На добролете полетим. Он снизу написано, там добролет. Фоточку-то я уже собираюсь. Вот смотри, видишь, снизу под трапом добролет. Ну, добролет написано. Ванна, а здесь наша комната. Вот здесь вот будут тесниться мама, папа и Дима, а здесь буду спать прекрасно, чудесно я. На раскладушечке. А это раскладушка. Ну, такая кроватка раскладывающая, да. Вообще мы скажем, ты вообще сказала, что это за отель? А что это за отель? Ну, это Мариот. Звезды Арбата. Ну, теперь это Звезды Арбата. Да, вот Мариот, Звезды Арбата. Раньше был Мариот. Сейчас Звезды Арбата. Есть что поесть. О, там чипсы и желейки. Желейки? Да. Ну, ты не опустошай этот. Это за деньги? А он выдвигается? Да. Вот. Папа, это за деньги? Да. Тут чипсы и желейки. Ну, мы никогда такого не ели. Ну, вот таких, я хочу такие чипсы. Купите мне эти чипсы, я хочу эти чипсы. И вот эти чипсы хочу. Да, лук мы обязательно сыром. Должны это поесть. Мы потом дома пап... такого Дим, не едим. Потом папа нам даст. А где дом для твоего Валеры? Где дом для Валеры? Во. О, это что? Это Валерий холодильник. Ну тут нету для нас лепеток. Телевизор есть зато. Чудесненько. Чудесненько. На котором обычно ничего не показывают. Здесь мы сейчас тут будет бардак начнется. О, ручка. Так, смотрите, сейчас мы напишем сценарий для следующих. Видео. Видео. Да, давай пиши сценарий, график составляй.
Давайте раздеваться, переодеваться и идем дальше гулять. Нам нужно подзарядить телефон. У меня 2%, а мне нужно еще стольким людям написать. Снимать штаны? Не надо пока штаны снимать. Дима просто как только приходит в какое-либо помещение. По ощущению, он сразу снимает с себя все. Кофту, штаны и бегом там, не знаю, одевает он футболку. Он в бассейн собрался. Дима, ты в бассейн пойдешь? Да. А ты гулять не пойдешь? Привет, Димасечка. Ну что, мы заселились, все посмотрели, отдохнули и пошли куда? Кушать? Есть! Да. Дима хочет картошку фри. Дима, смотри, какие красивые. Кто это? Ты хочешь на люстру выживать. Кто это такие? Это бабочки, что ли? Не трогай только ручками там. Красивая? Да.